Добрый день. У нас очередной заказ с магазина, торгующего рыбой. И вся, соответственно, тематика связана с морскими или там водными темами. Вот в данный момент мы делаем лодку или шлюпку, как правильно сказать, в виде полки. Длина она имеет 2,80. В самом широком месте она метр. Идет вот на сужение. Делаем из доски строганной, 180 на 20 она имеет размер. Значит, проблема была в том, что я ни разу еще не гнул доску, да, то есть как ее загнуть, казалось бы, ну что тут сложного, 2 метра с лишним, да, в общем, должна загнуться. Нет, вы знаете, совершенно не гнется она, учитывая такую длину. И ну, в YouTube нам в помощь нашел я, значит, принцип, как это делается. Делаются напилы циркуляркой, ну, на глубину примерно в половину толщины доски. С разбегом примерно в сантиметр, меньше не стоит, потому как начинается скалывание. Вот, и, значит, напиливаем с разбегом в сантиметр, это будет в расстоянии примерно сантиметров 30 в том месте, где она как раз и начнет свой изгиб максимальный. Вот, значит, я ее пропилил, закрепил уже в положении необходимом, и в дальнейшем я ее заделывал, значит, опилками с клеем, ну, чтобы вот эти вот канавки у нас склеились, и, в общем-то, более упругость появилась именно в том положении, в котором она должна остаться. Чтобы не было напряжения на доску, чтобы она назад не вырывалась со временем. Вот, значит, полки уже установил. Это они как и полки, как и распорки, потому что, ну, она же должна принять свою форму. Вот эти распилы я показываю. Да, вот видите, как она, торцевая часть смотрится, она как раз будет в сторону покупателя, ее тоже надо будет закрывать. Дощечка какой-нибудь сверху, да, вот я ее установил в магазине. Закрыл вот этой дощечкой как раз, чтобы не было торца этого видно. Обработал я маслом по дереву. Таким, да, чтобы вот к стенам подходил. И видите, вот сбоку она как бы еще имеет каемку такой. Вот эта каемка как раз придает лодке, этой шлюпке, ну, вид. А покупатель-то ее и не видит. И поэтому вопрос стал, а как же сделать так, чтобы было видно? Ну, возможно, другое место выберет хозяин магазина, куда ее поставить. Ну, пока здесь закрепили. Вот, значит, без весел мне показалось, что она плохо смотрится. Сделал весла, но форма не то немножко. Наверное, еще с формой весел надо будет поработать. Так, вот мы переделали весла. Ну, более они стали узкие, что ли. Не такие лопухие, да, ушастые. Вроде более красивше смотрится.